Можешь показать лицо просто? Сейчас все подписчики узнают, в каком виде я записываю ролики. Может, давайте поверим клавиатуру, давайте на X-ray. Нажимайте вот на вот эти вот ботики. На какой вот? На этот? Да-да. Всем хулиганам здравствуйте, с вами я, Думер, и сегодня я буду банить честных игроков, значит, и просто так. Но не спешите ставить дизлайк, потому что это троллинг над игроками. Троллинг! А как именно я буду их троллить, узнаете чуть позже, ибо у меня для вас есть важная информация. 12 декабря в 13:00 на сервере пройдет глобальное новогоднее обновление, от которого вы будете, честно говоря, в шоке. Так что не забывайте заходить на мой сервер, IP-адрес сервера будет в описании. Я играю здесь каждый день, и у нас с вами будет сход. А еще, как только вы на этом ролике набираете вот 3 лайка, то я сразу же сажусь снимать следующий видеоролик, так что, ну, как обычно, продолжение зависит от вас. Хотя я думаю, вот вам слабо набрать 3 лайка. Да вам вообще, в принципе, слабо лайк поставить. Так что, ну, посмотрим, сколько этот ролик лайков наберет. И также хочу вам напомнить про подписку и колокольчик, ибо наша с вами цель набрать 1,5 миллиона к Новому году. Так что, пожалуйста, если вам не сложно, вы добрый человек, просто подпишитесь, мне будет реально безумно приятно. А я вам желаю, как обычно, приятного аппетита. И мы начинаем наш троллинг. Мы делаем все просто: пишем ТП и абсолютно рандомный никнейм, который нам попадется. Вот этот вот никнейм Никерон Юте. Здравствуйте, молодой человек. Ты попал на проверку читов. Ну, вот и все. Я так понимаю, это два брата акробата. Надеюсь, они меня сейчас не побьют, пока я вызываю его на проверку. Пиши свой ДС, либо бан. Ему нужна табличка. Держи. Ну, честно говоря, необычная ситуация. Он признался, что он играет с щитами. Хотя это по идее троллинг, а не проверка на щиты, но. Ну, ладно, окей. Самопризнание. Тогда я забаню его на 3 дня, потому что я сегодня добрый. 2.2 щиты. Все, прощай, буду скучать. А мы тем временем также пишем ТП. Абсолютно вот так вот тын-тын-тын-тын-тын. И барабанный дробь. Здравствуйте, Тарин, который втыкает в пол. Я как бы хотел заснять троллинг. Но я думаю, тут и так все видно. Он играет с антикнокбэком. Опа, опа, проснулся. Ты попал на проверку читов. Пиши свой ДС. И тут сразу его банда телепортировалась. Алло, привет. Здорово. Смотри, ты тут попал на проверку читов, поэтому включи демонстрацию экрана. Хорошо, сейчас. Ты сейчас с читами играешь? Нет. Я просто видел, ты не откидывался. У меня просто лаг, интернет лагает. Хорошо, хорошо. Сейчас вы узнаете вообще, в чем суть троллинга. Нажимай сейчас F3. У тебя Forge Optifine 1.12.2. Да. Это ведь читы. Нет. Да, чувак, это читы. Угу. Ты хочешь сказать, что это не читы? Да хочу сказать, что это не читы. А почему ты так считаешь? Ну, потому что Forge Optifine. Ну, и что, что Forge Optifine? Forge Optifine — это типа с модами играть. Ну, моды на антикнокбэк. Читы. Вы должны проверить папку с модами. Я уже вижу, что вы с читами играете. Блин, ну это вот, так смешно. Папку, я сейчас открою папку. Да, пожалуйста, откройте папку. Сейчас посмотрим. Так, стойте, я смотрю. Смотрите, у вас здесь есть Supreme. Supreme — это Resource Pack. А вот Сафир. Сафир — это тоже ресурс пак. Мне кажется, это у вас читы. Читы. Ладно, хорошо, давайте посмотрим папочку Versions. Он еще не подозревает, что в любом случае улетит в бан, но так нужно. Чуть позже вы поймете тоже почему. Так, ух ты, BL клиент, что это такое? Это BLion клиент. Все понятно, чувак, ты спалился. Вот, смотри, вот BLion клиент. Зайди сейчас в Майнкрафт. Я могу зайти в лаунчер и показать, что это встроено в лаунчер. Официальный лаунчер Майнкрафт. Ну, вы просто скачали эту версию. Я могу сейчас добавить своего друга, и мы уточним этот вопрос. Давай. Может, я просто ошибаюсь, но Фанзи 100% должен знать. Да-да-да. Смотри, видишь, у чувака Forge Optifine 1.12.2, это читы. Офигеть, слушай, а вот он так палится и, типа, говорит, что он играет без щитов, походу, да? Тут же прям видно, что он с щитами играет. И зачем ты так делаешь? Я без щитов. А вы ролик снимаете? Нет. Почему? Я тебя забаню навсегда за бан, поэтому не обижайся. Окей. Ну, то есть ты уже признаешься, что ты играешь с щитами? Я без щитов играю. Реально? Реально. Ну, даже нажимаю правый shift. Ничего не открывает. Ты это, прости меня, это такой прикол был. Мы просто снимаем фейк проверку на читы, вот. Давайте я ему дам императора, чтобы он не расстраивался. И сейчас мы его разбаним. Мне интересно, он сейчас удивится тому, что у него есть император. Вот, все, ты зашел. Можно скрин? А ты можешь сейчас, написать чьим в чат? Я император? Походу. Как ты донат взломал? Ага. Волшебник. Ты? Да. Все, тогда, ну, не расстраивайся. Окей. Ты не расстроен? Нет. Ты счастлив, да? Да. Все, молодец. Не скучай, не болей. Счастья, здоровья. Теперь, я думаю, вы уже поняли саму суть троллинга. И сейчас я предлагаю проверить как раз-таки на читы какого-то донатера. И в любом случае он улетит в бан, понятное дело, за читы. Но потом его также же будет ждать сюрприз. Давайте, к примеру, проверим ТП Лаваш. Вот он наш парень. Как раз привет, ты попал на проверку читов. Пиши свой ДС, либо бан. В смысле? Алло, добрый вечер, я диспетчер. Ай-яй-яй. Смотрите, вы попали на проверку читов. Можете, пожалуйста, зайдет? Хорошо, добавляйте сюда друга вашего. Его тоже проверим на читы. Ох, друзья, сейчас такой прикол будет. Это просто будет сразу -2. Вот за это можно реально уже поставить лайк. Сначала скажите, пожалуйста, вы с читами играете? Нет, мы без читов. Так, смотри, нажимай сейчас F3. А вот, вижу, у тебя Forge Optifine 1.12.2. Угу. И зачем ты с читами играешь? Какие?
Ой, Саня, я думал, ты нормальный, все, бан с читером. И даже друг подтверждает это, то, что ты играешь с читами. Смотри, можешь выключать демо сразу с экраном. Если вы не верите в то, что Forge Optifine 1.12.2 это читы, я могу добавить фазе у него, спросим. Давай. Я не против. Давай. Ты что за день? Смотри, Паш, такой вопрос. Вот видишь, он скинул скриншот своей папочки Versions. Видишь, у него там папка есть Forge Optifine 1.12.2. Ну это читы. Вот и все. Чуваки, вас спалили с поличным. Сань. Если я читер, тебя забанят за тим с читером. У меня к вам последний вопрос. Вы сейчас с читами играете или без? Я не могу правый шифт нажать. Я понял. Вы не хотите признаваться, поэтому вот MasterCard 2.2, читы, я вас баню навсегда. А твоего друга, как соучастника, тоже баню навсегда. Не понял. Бан обладатель. Обладатель 2.2, читы. Я вас двоих баню навсегда, поэтому, пожалуйста, не играйте больше с читами. Ну, самое главное, не расстраивайтесь. Я магистра взял. Я плачу, Саня, мне с вами плохо, Саня. Я не поверю, что реально так все произошло. Все, парни, давайте, пока, спасибо за то, что прошли проверку. Удалите читы. Все, давайте, пока. Панди, заливай оттуда. Тем временем, я, смотрите, как делаю. Я делаю все просто-напросто по красоте. Вот эту мастер Кэту я выдам как раз-таки Драгона, Parent Set Dragon, а его другу, который вот улетел тоже за читы, как соучастника, Parent Set Император. А сейчас мне просто-напросто осталось их разбанить. Вот они сидят вдвоем. Сонь, я не знаю, что делать, но мне смешно, но мне и плакать хочется. Мне смешно и нет, я только сегодня магистра взял. Да мы только сегодня топку развили, Саня. Согласен, тупо за один день плюс 3 топки плюс тотем. Заходите на сервер. Он разбанил. Ладно, на самом деле это был пранк такой, поэтому... Давай тупо новый, давай на YouTube. Да ладно, зачем на YouTube это снимать? Хочу. Чё? Ты Драгона дал! Чё? Ты мне Императора дал? Что? Серёж, ты правда? Да. А почему ты Драгона? Серёж, спасибо тебе большое, тебе правда. Просто можешь с тобой сейчас скрин сделать? Ещё раз, пожалуйста. Ну, я сейчас вам киви скину, скиньте туда 2000 рублей, хорошо? Ладно, я шучу. Парни, самое главное запомнить, не играть с щитами. Ну что, мы все удалим, я даже могу Майнкрафт туда идти. Ладно, все, давайте. На самом деле это было забавно, сразу видно, у этих чуваков огромный потенциал. А мы тем временем выбираем рандомного игрока. Пам-п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 ам. Егор Топ 347, который кормит своих курочек. Ну ты, конечно, хозяйственный парень, я смотрю. Ну а сейчас мы вызываем его на проверку, ну согласитесь, он слишком подозрительный какой-то. Алло, здравствуйте, это Егор. Смотрите, тут такая проблема, на вас поступило 500 жалоб на то, что вы играете с щитами, это правда? Нет, могу признаться честно, я не играю с щитами, я их не качал и не собирался с ними играть, потому что читы — это плохо. То есть ты хочешь сказать, что 500 игроков просто так на тебя пожаловались на то, что ты читер, правильно? Я не смотрел жалобы, я просто был на PvP-зоне и типа с киркой просто бегал и собирал локи-блоки там. Хорошо, давай проверим тебя сейчас на читы. Так, вот, F3 ты нажал, смотри, у тебя Minecraft 1.12.2 ванила. Ты понимаешь, что это такое? Ну, это ванильный Майнкрафт. Это читы, Егор. Егор, зачем ты сейчас играешь с читами? Скажи мне, пожалуйста. Не, серьезно, как тебе показать, доказать то, что нет читов? Вот я сейчас сам вижу, что ты играешь с читами. Меня никогда не вызывали на проверку, поэтому я не знаю. F3 нажми. Ванила. Это читы. Это однозначно читы. Я не понимаю, зачем ты меня обманываешь? Как бы читы — это импакт. Ну, это тоже читы. Я понял. Ты меня обманываешь, все, я тебя тогда баню навсегда за читы. Не, ты можешь прямо сейчас, конечно, признаться. Ты можешь признаться, что ты прямо сейчас играешь с читами. Это значит, что это ваниль. Я понял. Ну, не хочешь признаваться, как хочешь, все. Не, ну поймите, ну это ванильный Майнкрафт, это означает, ну, типа, то, что это чистый Майнкрафт. Если вы не верите, мы можем добавить одного человека, узнать у него. Алло, Паш, ты тут? Да. Нажми, пожалуйста, сейчас F3. Паш, видишь, у него 1.12 ванила. Ну, это читы. Тебе вот два человека говорят, что это читы. Зачем ты нас обманываешь? Может, давайте проверим клавиатуру, давайте на X-Ray. Давайте проверим клавиатуру. Переверните клавиатуру. Она у меня тут на проводе. Понял. Переворачивайте клавиатуру. Нет, не так переверните клавиатуру. Наперед. Ну, да. Нет, не так переверните клавиатуру. Клавишами вниз. Клавишами вниз. Нет, клавишами вниз. Переверните ее, пожалуйста. А, вот так? Давайте проверять вас на X-Ray. Нажимайте вот на вот эти вот болтики. Ну какой, вот на эту? Да. Блин, Егор, прости, пожалуйста, прости меня. Пока ничего не происходит. А ну нажмите, там еще есть рядом болты. Вот эти вот. Выше. Да. Нажимайте.
Вот я зажимаю, вот нажимаю. Попробуй нажать сразу на две вот этих вот. Вот на эти две? Да-да, на две нажми. Так, ничего не происходит? Видишь? Ну вот, видите, я давлю. Не знаю. Ну, как-то странно все у вас происходит. А ты его проверял на хитбоксы? А, нет. Егор, я вас сейчас разбаню, и мы вас проверим, хорошо? Так, чуваки, я ему выдам драгона, parent set dragon, и посмотрим вообще его реакцию на хитбоксы. Так, надеюсь, он не заметит драгона пока что. Все, я вижу, ты зашел. Нажимай F3 плюс B. Там на экране у тебя что-то появилось. Вот это вот, это хитбокс игрока. Вот это вот, это синенькое, это его взгляд. Сережа, а зачем ты его разбанил? Ты же читер. Все, чувак, ты спалился. Это хитбокс. Вот это вот хитбокс игрока. Это взгляд. О, нет, все понятно. Ну, зачем ты нас обманываешь? Скажи мне, пожалуйста! Нет, честно, я просто играл. Хорошо, прямо сейчас напиши, пожалуйста, 1-3 в чат. 1-3, вот. Да, нажимай. Скажи мне, пожалуйста, как ты драгона взломал? Что? У меня не было привилегий, мне никто не давал деньги, алло. Ладно, на самом деле, Егор, это пранк. Я так и понял. Теперь это твой драгон, если что. Серьезно? Да, серьезно, это твой драгон. Я смотрел кучу твоих видео, и вот это вот ванила, это значит, что это ванильный Майнкрафт, а не какой-то с дополнением. Ну все понятно, читер, отговорки. Можешь показать лицо просто? Ну, я некрасивый сегодня. Да мне и так хорошо. Сейчас все подписчики узнают, в каком виде я записываю ролик. Так, ну я выгляжу примерно вот так вот. Все, Егорка, давай, выздоравливай, не болей, все. Пока. У меня, друзья, созрел вопрос для вас. Напишите, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы вообще ролики с вебкой. Если реально хотите, то обязательно выйдет на канале. Ну, посмотрим, конечно, сколько будет желающих. И на этом все. С вами был Домио Х. Заходите на мой сервер, опять же, будет в описании. У нас с вами будет, как обычно, сходка. И не забывайте также про 3 лайка. Как только вы их набираете, я сразу же сажусь снимать новый ролик. Не забывайте про подписку и колокольчик, ибо совсем скоро для вас выйдет небольшой сюрприз. Всем ахвидарщи, всем пока!